Volkswagen снова в центре скандала. В Южной Корее за подтасовку данных о выбросах и уровне шума немецкий концерн обязали выплатить крупный штраф более 14 миллионов евро. Также Volkswagen будет обязан отозвать 83 тысячи легковых автомобилей, уже проданных на территории страны. Кроме того, на этой неделе Южная Корея приостановила продажи автомобилей Volkswagen, Audi и Bentley, которые входят в Volkswagen Group. Сертификаты на реализацию аннулировали у 80 моделей. Как пишут немецкие СМИ, это самые серьезные меры, которые приняты в отношении автоконцерна за последнее время. Но, несмотря на отзыв проданного и миллионные штрафы, Volkswagen остается крупнейшим автопроизводителем в мире. За первое полугодие реализовано 5 миллиардов 200 миллионов машин. Немецкий биржевой индекс DAX находится под давлением из-за действий, принятых против концерна Volkswagen. В Южной Корее компания выплатит штраф и приостановит продажи. А в США сохраняется угроза коллективного иска и судебного разбирательства из-за нарушения американского торгового законодательства. Для акционеров Volkswagen это может стать огромной проблемой.